Всех приветствую. Если меня видно и слышно, пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Приветствую всех. Так, отлично. Подождем еще людей. Сегодня мы начинаем серию новостных вебинаров. Вебинары у нас будут проходить в последнюю неделю, в последнюю неделю месяца по средам в 19.00 по московскому времени. Эти вебинары буду вести или я, или Павел Филиппов, а также будут участвовать в них гости. Давайте еще раз, пожалуйста, поставим плюсики, слышно меня, видно. Плюсики, пожалуйста, как и вопросы ваши, ставьте в чате на YouTube. Угу. Отлично. Итак, начнем. Меня зовут Шацкий Павел, я руководитель партнерской сети компании Solar Group. Сегодня я для вас проведу новостной вебинар, вебинар о том, что произошло, этого марта пожалуйста включаем первый слайд алексей пожалуйста включаем слайд следующий Начнем с того, что с 1 марта мы трансформировали наши партнерские каналы «Двигатели Дуйнова, которые раньше занимали, назывались партнерскими каналами. Это наша официальная группа ВКонтакте. Также мы создали официальную группу в Фейсбуке на русском и на английском языке и тот канал партнерский, который у нас был в Ютубе. Теперь все это называется Solar Group, финансовая компания. Мы хотим трансформировать теперь информацию для вас, для наших клиентов компании Solar Group на три потока, как вы уже могли заметить. Сейчас новости идут для инвесторов. В основном это рассказывается о новостях в аспекте краудинвестинга, какие-то кейсы об инвесторах, о инвестициях, какие-то новости, какие-то советы. Второй поток ⁇ это информация о проекте двигателя Дуйнова. И третий поток ⁇ это полезная информация для партнеров. А также активность партнеров, где мы будем рассказывать о событиях, которые происходят в партнерской деятельности, о открытии национальных представительств, о мероприятиях, которые проводят партнеры. Также мы добавим сюда серию обучений для партнеров. В общем, на мой взгляд и по вашему мнению, судя по лайкам, репостам, вам контент, новый контент нравится. Мы на правильном пути. Пожалуйста, следующий слайд. Ссылочки на наши официальные источники я добавлю в чат в YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь. Это и русскоязычные источники, и англоязычные. Перейдем к следующему слайду. На начало месяца всех интересовала информация по поводу фотографии, которая появилась в социальных сетях с представителями компании Solar Group и представителями компании DJU. Мне поступило много вопросов от иностранных партнеров и инвесторов, также от российских участников проекта. Хочу немножко прояснить ситуацию по этому поводу. Представители компании Solar Group обратились к нам за, за информацией о том, как развивать партнерскую сеть, о том, как развивать инвестиционную сеть, вести инвестиционную деятельность, так как считают нас экспертами, опытными в этой сфере. В свою очередь компания DGU для нас очень интересно относительно своего профиля. Специалисты компании DGU занимаются искусственным интеллектом, а также внедрением искусственного интеллекта и применением его к базам данных. На наш взгляд, наиболее, на наш взгляд также интересна возможность внедрения искусственного интеллекта в нашу инвестиционную площадку с целью ее с целью улучшения условий для наших инвесторов. Вот этот ответ он прозвучал для всех. Никакой совместной инвестиционной деятельности мы не ведем. На сегодняшний день мы обменялись опытом, а они поделились возможностями, которые открыты для нас в случае применения искусственного интеллекта. Но пока мы ведем переговоры только о сотрудничестве в этой, по этой теме. Следующий слайд, пожалуйста. В марте месяце по просьбам в основном наших партнеров и инвесторов из Азии мы добавили функционал, функционал кода подтверждения переводов. Теперь каждый партнер в своем профиле может настроить дополнительную безопасность в виде кода, который будет приходить в случае перевода денежных средств другим партнерам, а также вывода денежных средств. Если вы включаете этот функционал, при переводе вам приходит код подтверждения на электронную почту, которую вы вводите, и без этого кода перевод не осуществится. Следующий слайд, пожалуйста. В связи с тем, что мы планировали открыть национальное представительство в э, Словении, мы перевели э, наш личный кабинет для наших инвесторов и партнеров на славянский язык. Э, к сожалению, слайд перескочил. Э, мы перевели э, наш личный кабинет на славянский язык. Теперь наш э, кабинет переведен на 20 языков, а также мы... В последующем, когда приступим к открытию национального представительства в Словении чуть позже, мы будем переводить также новости на славянский язык. На сегодняшний день мы добавили платежную систему PayPal. Это платежная система наиболее актуальна в странах Европы. Сейчас мы перевели, мы подключили в тестовом режиме PayPal к странам. Латинской Америки, а также к странам, в которых открыто национальное представительство. 29 числа, если тест пройдет положительно, мы планируем подключить все страны к платежной системе PayPal. То есть инвесторы этих стран смогут пополнять личный кабинет через PayPal, что наиболее востребовано в странах Европы, в странах Латинской Америки, а также Индии. Пожалуйста, следующий слайд. В марте этого месяца мы планировали открыть национальное представительство в Индонезии, но, к сожалению, в связи с обострившейся обстановкой мы решили перенести открытие национального представительства. Но не, решили не переносить открытие национальных представительств в странах Африки. В странах это в Африке, в Бенине. Открытие национального представительства в Бенине пройдет 18 апреля, то есть конференция, а также открытие национального представительства в Того пройдет 25 апреля. Прошу, пожалуйста, следующий слайд. Для того, чтобы открыть национальное представительство в Африке. Нам пришлось проделать огромную работу, в том числе а, национальному партнеру Жилю Веберу. Пришлось 17 марта в срочном порядке вылететь из а, Франции а, в Африку. И сейчас а, Жиль Вебер находится на карантине, на 14-дневном карантине. У него все в порядке. Ну, вот такие правила на сегодняшний день для того, чтобы полноценно открывать и участвовать в конференциях в Африке. На сегодняшний день в Африке ситуация с коронавирусом спокойная, и мы полноценно сможем провести две конференции. И также на сегодняшний день конференции проводятся, регулярные конференции проводятся и в кот де и в Бенине, и в Сенегале. <связать> Хочу напомнить, что Жиль Вебер ⁇ это национальный партнер, который открыл нам первое национальное представительство во Франции. И на сегодняшний день он является национальным партнером в Сенегале, Франции, в Кот-Дивуаре и будет национальным представителем в Того и в Бенине. Прошу, пожалуйста, следующий слайд. 7 декабря мы открыли национальное представительство во Вьетнаме. И за три месяца работы Вьетнам стал лидером по количеству инвестиций на сегодняшний день. Также Вьетнам занимает третье место во всем проекте по количеству инвесторов. И мы в тестовом режиме решили открыть первый офис компании Solar Group для команды, работающей во Вьетнаме, в городе Ханой. Но сделали мы это 15 марта, 16 марта. Но, к сожалению, на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка во Вьетнаме сложная. И мы закрыли офис, но как только ситуация улучшится, офис обязательно откроется. В офисе будут проводиться презентации и работать команда партнеров. Пожалуйста, следующий слайд. В связи с обострившейся обстановкой и сложностями с проведением регулярных встреч, мероприятий, презентаций проекта в регионах, мы перешли в максимально возможный онлайн режим работы. На сегодняшний день мы проводим вебинары проекта на 9 языках. Новости проекта переводятся на сегодняшний день на 19 языков. Со славянским языком это будет 20 уже языков. Кипит работа в интернете. Наши партнеры, которые вынуждены сидеть дома, они активно работают в интернете сейчас. Очень большая аудитория изучает контент. То есть сложившаяся обстановка, она позволила сфокусироваться на онлайн-вебинарах, на встречах, онлайн на консультациях, в чатах. Мы с Павлом Филипповым регулярно участвуем в вебинарах во всех странах. Это происходит в разных часовых поясах, приходится работать и ночью. Допустим, недавно я участвовал в вебинаре для Латинской Америки, это было пол первого ночи. Вот. Все партнеры активно работают, никто не вешает нос, и сейчас отличное мы создали отличную инфраструктуру для проведения вебинаров. Мы полностью переводим партнеров в Zoom. Это очень удобно, качественно и все партнеры довольны. Пожалуйста, следующий слайд. Как вы все знаете, 1 апреля мы переходим на 13 инвестиционный этап. Об этом вчера рассказывал Павел Филиппов. Ну, также и завтра, 26 марта, все вопросы по поводу реализации проектов, по планам реализации вы сможете ответить Дмитрию Александровичу. Вы сможете задать Дмитрию Александровичу Дуйнову. От себя хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть, у партнеров есть отличная возможность для деятельности. Как я уже сказал, много людей на сегодняшний день сидят по своим домам и изучают интернет, информацию в интернете. Сейчас огромная возможность для коммуникации в социальных сетях, для онлайн-презентаций, так что дерзайте. И продвигайте проект для его реализации. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, в чате задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Так, пожалуйста, задавайте вопросы. Первый вопрос был, когда будет открыта внутренняя биржа. Ну, это вопрос больше к Павлу Филиппову, но в свою очередь я отвечу, что внутренняя биржа будет открыта после окончания финансирования проекта. Тогда, когда компания Solar Group перестанет продавать инвестиционные доли. Следующий этап планируется открытие внутренней биржи. Прошу, пожалуйста, задавайте вопросы. Алексей, вопросы только в чате, да, у нас? По поводу статистики о проданных долях, к сожалению, мы не разглашаем информации о количестве. Общее количество долей будет озвучено после окончания финансирования проекта. В связи с падением курса доллара нельзя ли установить реалистичный курс рубля к доллару? Как вы видели, мы поддерживаем своих инвесторов в России и корректируем курс доллара, на наш взгляд более адекватный для инвестирования. На сегодняшний день курс доллара в личном кабинете составляет 73 рубля. Если я не ошибаюсь, на московской бирже на сегодняшний день курс доллара составляет 79 рублей. Но при этом партнеры, которые выводят свое реферальное вознаграждение, они выводят по курсу Центробанка. Александр Павлович, почему не разглашаете, в чем причина? Причина в коммерческой тайне, что мы считаем, что этого не нужно делать, чтобы не создавать лишний вопрос. Завтра курс 76. К сожалению, не могу вам сказать по поводу завтра. в каком случае доли конвертируются в акции, в каком случае эти акции выйдут на фондовый рынок в торги по номиналу. Инвестиционные доли будут конвертироваться в акции, по словам Дмитрия Александровича Дуйнова, после окончания финансирования проекта и окончания реализации проекта двигателей Дуйнова. Начнется реорганизация ООО в акционерное общество, после чего будет решение принято, планируется принять решение о, о публичном размещении акций на о, фондовом рынке. А, вчера прозвучала хорошая идея реструктуризации рассрочек. А, совершенно верно, мы рассматриваем варианты по реструктуризации рассрочек в том случае, если а, у людей возникнет трудная финансовая ситуация, Информация об этом будут, будет предложена в дальнейших вебинарах или в новостях. Всем привет! Приветствую Денис Нестеров, давно тебя очень не видел. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, на что смогу, на то отвечу вам. Прошу добавить в личный кабинет информацию о прохождении верификации партнеров. О чем речь идет по поводу верификации, уточните, пожалуйста. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Если есть вопросы, а если нет вопросов, то мы закончим на этом. А имеется в виду, прошли верификацию или нет партнеры? А, я Понял у вас по поводу информации, хорошо. Кому подарены 100 долей, чтобы знать, кому напомнить о прохождении верификации? А, окей, вы, наверное, имеете в виду не верификацию, а имеете в виду подтверждение а, в ли, регистрации в личном кабинете. Угу, хорошо. А, Денис Нестеров, отличная идея видеть, клиент прошел верификацию или нет. Павел, приветствую, что по динамике успеваем зафинансировать в срок. Динамика сохраняется положительная, и мы идем по плану финансирования. У нас в планах было открыть национальные представительства в Латинской Америки для этого. Наши партнеры из Италии должны были вылететь и провести пять предстартовых конференций в Латинской Америке, но, к сожалению, с сложившейся ситуацией пока они не смогли вылететь, но как все стабилизируется, мы продолжим открывать национальные представительства и рынки в Азии, в Африке и, естественно, огромный рынок нас ждет в Латинской Америке. здравствуйте павел после окончания карантина планируется ли возобновление оффлайн презентации в европе германии был в гамбурге на презентации хотелось бы чтобы и в других городах были мероприятия совершенно верно после окончания финансирования мы ой после окончания карантина мы планируем возобновить все презентации в регионах где открыто уже национальные представительства а также открывать новые регионы и проводить живые презентации в новых странах. Также мы планировали на лето вернуться во Вьетнам и провести еще одну большую конференцию. Также планировали провести большую конференцию в Москве. Но на сегодняшний день ситуация с карантином не позволяет нам поставить точные даты для проведения этих мероприятий. Кстати, последнее мероприятие проводилось у нас в марте, по-моему, в Берлине, но, к сожалению, в связи с карантином пришлось отменить его. То есть оно мы проводили, его планировали провести, но отменили. Коллеги, давайте еще пару вопросов, отвечу с удовольствием. Скажите, пожалуйста, напишите в чате, заметили ли вы изменения в социальных сетях, в партнерских социальных сетях, в социальных сетях Solar, Solar Group, нравится ли вам контент? Сохранится ли возможность увеличения пакета на 13 этапе? Сергей, Сергей, возможность сохранится. Мы хотим, мы хотим, чтобы люди имели эту возможность увеличить свой пакет при желании. И нет причин для закрытия этой возможности. В случае укрепления рубля курс ВЛК тоже будет сдвигаться. Мы надеемся, что ситуация с рублем стабилизируется и он остановится на стоимости, к которой мы привыкли, в районе 70 рублей. Посты в соцсетях стали интереснее. Берегу, берегите букву Ё. Хорошо, спасибо вам. Давайте будем заканчивать на этом. Я желаю успехов вам, желаю Успехов партнерам в их деятельности, желаю нам успехов в реализации проекта, желаю, чтобы поскорее ситуация стабилизировалась как в экономике, так и в ситуации с коронавирусом. Всего наилучшего вам, следите, пожалуйста, за нашими новостями, участвуйте. Всего хорошего.